Дорогие друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и сегодня мы начинаем проходить пятую часть серии «Страх на продажу», и называется «Игра за 13 замками». Многие подписчики, возможно, даже забыли, что эту серию мы тоже проходим, просто мы делали определенную паузу, акцентируя внимание немножко на других студиях, на других сериях, которые мы, тем не менее, закончили, так что теперь у нас на какое-то время, ну, пока, в принципе, не пройдем, будем потихонечку проходить «Страх на продажу». Итак, что посмотреть, давайте в режим экстра зайдем. Достижения. Найдите все морфинг-объекты. Соберите все коллекционные предметы, все сцены поиска без подсказок, все головоломки без пропуска. Достигните высшего ранга журналиста. Насколько я помню, эта ачивка появилась еще в самой первой части. Так вот, это надо собирать, по-моему, все записки, и мы будем получать какие-то очки. И вот, чем больше очков, тем выше, естественно, наш ранг. Так, ну экзорцист — это, видимо, пройти игру, скорее всего, защитить мир от ужасного зла, спасти Каролайн, выход из мира Сэма, эти все достижения. Ну, в общем, скорее всего, 4 ачивки, друзья, это... 4 ачивки — это сюжетные, и остальные, в принципе, 2 стандартные, но вот эти 3 довольно любопытно, будем стараться их выполнить. Что тут еще интересно? Больше ничего. Ну, с чего я еще хотел начать, перед тем, как мы, собственно, приступим к прохождению. Оценка на сайте Big Fish составляет 4.1. Довольно высокий ранг, учитывая, что игрушка уже не совсем так, чтобы старая. Вот. И отдельно хотел поблагодарить за перевод от Soul Deceit. Я даже первый раз, честное слово, друзья, первый раз слышу такого локализатора. Это любительский перевод. По-моему, они переводили совместно с Gangster Team. Вот. От этих ребят я тоже, наверное, это моя первая игра, вот именно, которую я прохожу в их переводе. Вроде бы отзывы очень-очень положительные на них, так что будем надеяться, что это действительно так. Ну что, наверное, можно все-таки начинать. Кстати, друзья, я не сильно понял первый ролик, что там кто-то где-то ночевал, и что-то случилось, в общем, походу, с мужем, потому что жена просто выбежала из комнаты, вот, а муж остался там, он спал спокойно, и, наверное, в него что-то, возможно, вселилось. Да, как обычно, мы с вами в последнее время настраиваем более сложный режим. Ну, для начинающих нам точно не подходит. Что такое сложно? Совет заряжается медленно, кнопка пропуск медленно, искры мерцают около активных зон и сцен поиск, в СПО есть штраф за лишние клики. Что такое профи? Я люблю свой. Зарядка совета. Выключить, согласен. Стойте. Это вообще не будет получаться. Так, так, искры. В принципе, друзья, нам подходит, наверное, профи. Будем надеяться, я просто... Кто меня смотрит постоянно, знает, я люблю, когда сцены поиска подсвечиваются, потому что периодически в некоторых играх их нельзя проследить, где они появятся. И мы можем просто пробегать мимо локации, которая уже завершена, и там появится почему-то сцена поиска. И вот это может очень сильно нас затормозить. Я поиграю в режиме профи, буду очень надеяться, что вот сцены поиска будут появляться согласно каким-то логическим выводом, ну точнее, согласно какой-то логике, можно будет догадаться, что вот именно здесь появится сцена поиска, либо... Ну, как-то так, в общем. Разберемся по ходу игры. И тем более можно изменить, это хорошо. Hello, Miss Roberts. My name is Carolyn Berkeley. I need your help. My husband and I run a hotel on the outskirts of town, but our guests are being scared off by something.
I think the place is haunted. We could really use your help figuring this out. It might make a good story. We're just off the first turn on the West Highway. Кстати, друзья, хочу вам напомнить такой интересный момент. В первых четырех частях, точнее, в четырех частях, это, соответственно, пятая, мы два раза боролись с демоном Агелом. И я предположил, что этот противник будет периодически появляться, потому что мы его, по сути дела, ни разу не уничтожали. Вроде бы вот все там куда-то отправили, где-то закрыли, а он все равно вот как-то так вот появлялся постоянно, так что вот как-то так. Don't go in there. This place is awful. My husband is still trapped inside, but I can't get back into the room. I don't know what to do. I wish we'd never come to stay here. Так. Меня печалит один момент. На протяжении всей игры вы будете находить особые предметы, которые составят ваши коллекции. Каждый найденный предмет добавит вам баллы. Поделитесь своим лучшим результатом с другими игроками. Ага, значит, вот это, наверное, будет журналист. Так, венецианские маски, набор геймера знаменитый. Ну, в общем, на каждой локации это точно. Вот, собственно, и все ачивки. Ладно, давайте смотреть. Ну, вот эту птичку я заметил уже. Это морфинг-объект. Значит, на каждой локации будет один морфинг-объект. Теперь надо разобраться с коллекциями. То есть, венецианские маски, набор геймера, знаменитые места, что-то сладкое, головные уборы. Так, ну, честно, я пока ничего здесь такого не вижу. О, листик какой-то скинул, взял. На улице холодно, не слишком удачная погода для купания в фонтане. Основание весов, листик. Я не смогу качать воду, пока у гидранта нет ручки. Так, а мне надо, наверное, собрать весы и отдать статуи, скорее всего. Ага. Все понятно. Защелка сильно повреждена, но мне ее все равно просто так не вынуть. Так, где-то здесь гидрант можно было использовать. Так, остался шланг. Wow. There's definitely something strange going on here. Get out. Убирайся. Новости. Отель Беркли теряет популярность. Его постояльцы жалуются на ночные кошмары и беспричинный страх. Знать бы, где такие замки делают волшебные. Так, и сюда. Теперь можно подкачать. Там дырка была или мне показалось? Ух, готово. Какой котик, милаха. Так, секунду. Ищем призрачный объект. Miss Roberts, thank you so much for coming. Another guest just ran out, complaining about a ghost. I didn't believe it at first, but I've seen him too. The activity is all coming from room 13. Come upstairs and I'll show you. Ну, не будем спешить. Мне еще надо призрачный объект найти. Собственно,
Вот он. I bet this mechanism is important. Just have to figure out how. Бьюсь об заклад, что это непростые часы. Мне нужно их разгадать. По-моему, так было написано. Похоже, это головоломка, но мне не хватает нескольких частей. Так, вентиль и еще один шланг. Вы нашли плитка. Так, газетная вырезка разорвана пополам. Здесь нужна карточка, здесь колокольчик. Так, а где же находится наш дорогой коллекционный предмет? Так, у нас появилась карта. Если я не ошибаюсь, коллекционные предметы всегда в каждой локации присутствовали. Почему их нету здесь? Так, еще один надо. Блин. Ну ладно. This is exactly the kind of thing I was talking about. Will you help me find a way to open the door? Смелая девушка. Как и мы, в принципе. Так, хорошо, 33 этих. Раз, два, три, четыре, пять. 5 на 6, 30. То есть, не на каждой локации встречается призрачный объект. Time hasn't been kind to this painting. Wonder who those people are. Кстати, очень редко, даже в современных играх, можно встретить озвучку таких вот маленьких монологов. О, нашли. Так, одну часть. Это тут слишком темно? Да вы сдурели. Там же свет, окошко открыто. Как темно? Вы чего? Вот тут темно, да. А здесь? Ладно. Ладно. Так, коляска есть. Фрагменты эмблемы 0 из 6. То есть их так много? Стойте. Ти-ти-ти-ти-ти. Так, статуи у нас явно нету. Занятно. Я точно знаю, что здесь надо использовать весы. То есть где-то тут тоже. Это, мне кажется, вот эта сцена поиска будет. Хотя не факт, конечно. Фонтан как будто замерз. Так, отмычка явно не отсюда. Тогда откуда? А как же от дыма избавиться? Пылесос, да, часто в таких случаях используют, но как-то он не подходит в данном случае.
Здесь делать нечего, здесь надо статуэтка. Мне кажется, что вот эта статуэтка откроет, что находится здесь. Но, правда, здесь не хватает грузика еще одного. Но оно под стеклом-то находится с другой стороны. То есть тоже не вариант. Здесь нужна карта, здесь колокольчик, здесь газетная вырезка. Собственно, делать-то особо нечего. Чем-то надо... Тут что-то было или мне показалось? Это вот я здесь жму, а... Он сюда переносит, ясно. Здесь, собственно, плитка. Здесь весы. Тут мы завершили. Здесь непонятно что. О, вода уже течет, а только что не текла. Может смочить что-то. Отмычка, вентиль. Шланг. Нет. О, вентиль, точно, что это я? Сцена поиска, как я и думал. Кстати, очень прекрасная сцена поиска. Сразу не по списку, а что-то... И вообще вот эта стрела, такое ощущение, ее сюда надо. Круто. Так, вентиль, наверное, сюда. Так, а где наш вентиль? То есть мы находим предмет и сразу стараемся его использовать. Очень здорово. Так, еще сердечко. Часть чего-то там. И, наверное, сюда. Медицинский знак, да. Так, сердечко сюда. Так, тебя сюда. Так, русалка. А вот что делать с русалкой, я пока не знаю. Так, русалка, русалка. Нет, точнее, с русалкой я знаю, это сюда, но чего-то ничего не ищется. О, как, смотрите, видите, мне надо фонтан вначале, видимо, спустить воду с фонтана, а потом уже, уж ты здорово придумано. Да, только я чего-то... Не получается мне вентиль найти, если честно. Здесь крыло не хватает, крыла не хватает. Здесь слить воду надо. Да как так? Что с этим чертовым фонтаном? Вот и сердечко, да? Так... А я сижу, ищу непонятно что. Вы нашли дятел. Так, хорошо, и что этот дятел мне дает? Может быть, здесь? Так, сломанный пылесос. Шланга не хватает. Ну, вроде теперь все логично. Проведите шарик к выходу из лабиринта. Если шарик столкнется с препятствием, вам придется начать сначала. Колонны со стрелками могут двигаться в направлении стрелок, даже если внутри находится шарик. Так, что-то я не очень-то понял, если честно.
Ха, а как тут пройти? Фух. This is crazy. What kind of hotel is this? То есть полтергейст. See? That ghost is going to put us out of business. Is there anything you can do? I'll do what I can. But I want to spend the night in this room. It might help me figure out what's happening. Of course. Please enjoy your stay. Oh, what am I saying? Thank you for your help. And good luck. This ghost only attacks people when they're asleep. So the only way I'll see it is to sleep too. I can't sleep with the lights on. Да, у нас явно очень смелый персонаж. Обрывок статьи, телефон. Какие-то знакомые, слушайте. Вот это точно с кинотеатра. Это наши, это с пасхалка к нашим, друзья, прошлым приключениям. Так. Молния, тут что-то с зайчиком, тут сова, по всей видимости. Цифра, тоже не все понятно. Странно, что я так мало коллекционных предметов нахожу, как будто они так спрятаны хитро. Может, они в чем-то где-то, конечно, как вариант. Но как-то перебор, по-моему. Здесь я не нашел коллекционного предмета, хотя там, наверное, справа, слева какие-то подлокации есть. Да и здесь, по-моему, я тоже нет. Как раз там я и нашел, тут я не нашел. Строительство поместья Беркли окончено. Должно быть на фото первый владелец здания, но кто этот странный мужчина в шляпе позади него? Так, оконная ручка, наверное. В комнате, как я понимаю. Ой, я в прошлый раз, честно, даже это не находил. Let's get out of here while we still can. Умно, а вот у меня впереди охота на привидений. I've spent almost a whole night here, and nothing strange has happened. Wait, what's going on? I guess I spoke too soon. This has to be a dream. О да. Совсем другой мир, изнанка какая-то вообще реальности. Так, ищем призрачный объект, пока это можно. Или на этой стороне нету призрачного? Да нет, должен быть. Wake up! Wake up! Aha! I think this thing is afraid of light. Все ясно. Кукла, здесь нужна рука, видимо. Глаза, может, тоже надо. Угу. Провод надо починить. Телефонная трубка.
Сколько всего можно сделать, просто замечательно. Знаете, друзья, я здесь серьезно не вижу призрачного объекта. Может, я что-то не так делаю? Несколько перьев. И, видимо, все. На кошке как раз эту лапку надо использовать. Дил, соглашение. Ну или сделка, да. Изолента. Так, пропавшее крыло. Где призрачный объект? Ребята, алло, гараж. Вот как рассуждать, интересно. В том мире я нашел здесь призрачный объект. Неужели настолько много локаций, что они могут себе позволить здесь не прятать что-то? Странно как-то все это. Я действительно тут ничего такого не вижу. Может, какие-то ветки где-то? Ну, вряд ли. Да, облом так облом, если честно. Ладно, посмотрим, что еще мы тут сможем сделать. Так, перейти к пазлу. Нет, будем сцены поиска проходить. Лампа. Угу. Наверное, то, что подсвечивается, это, скорее всего, надо какие-то действия совершить. Так, ну, это попозже. Вначале я найду кубок. Вымпел какой-то или щит. Какой-то странный знак. И корабль. На экране пятно. А, кстати, вон тряпочка ж есть. Оп-оп-оп. О! Вот так вот сделаем. Опять этот мужик, который на фотке был. Может, поэтому, кстати, и оборвали? Помните, фотография-то была как бы вырвана? Может, специально и сделали, чтобы... бояться чего-то, вот этого вот кого-то. Так, судя по всему, это здесь череп. Маленькие предметы, конечно, сложновато искать. И снежинка. А снежинка где-то здесь, получается, вот она. Так, перо. Вы нашли серебряное перо. О, коллекционное нашел. Очень интересно. Это меня радует, что я хоть коллекционное нашел. Ну а что дальше? Переключатель, рука куклы. Золотое перо. Прикрыть дыру на голове. Ну, пока не знаю, как это сделать. Так, тут все. С помощью стрелок проведите куклу к выходу. Дворцы открываются... Дверцы открываются и закрываются, когда кукла проходит через нее. Угу. Thank you.
Hey, that's me. But then where am I now? Stop interfering! I have to save my husband! О нет, призрак похитил Кэролайн. Теперь в мой список дел можно добавить пункт найти пропавшего человека. Вообще, странно это все, конечно. То есть мы вернулись в этот мир. This is the same key Carolyn was wearing around her neck. So why is it here? Вы знаете, здесь однозначно не хватает. A deal is a deal, no matter the price. Кто-то заключил сделку с кем-то нехорошим, наверное, с демоном. А мы помним по поводу сделок, друзья, в самой первой части, если вы... как это, загадка отеля Макенрой, по-моему. Тоже была сделка, и был демон Агиал. Неужели здесь его приспешники, как минимум, работают? Ну, посмотрим. Очень расстраивает меня, что здесь нету дневника. Блин, насколько это плохо. Ну, тут пока пусто. Котенка только напугали зря. Так, еще что-то надо здесь. Сцены поиска вроде... Так, машины нету. Ну, мы, в принципе, видели, как они удрали. Ну, с другой стороны, любой нормальный человек так, наверное, и поступил бы. Да, повязка на глаза. Это Фемида, скорее всего. Богиня правосудия. Так, у нас есть булавка, есть странный ключ. Ну, ключ-то не отсюда. Тут карточка надо, да. Значит, что-то тут я упустил. Ну, я понимаю, в той части темно, но в этой-то не темно. Тут, наверное, сцена поиска будет опять. Переключатель. А я, блин, знаете, что думал? Что не хватает этих предохранителей. Сцена поиска. Ну, конечно. Так, ну, по списку я, вы знаете, для меня, если в игре нету по списку сцен поиска, это уже какая-то неправильная игра. Хотя я точно помню, когда-то давным-давно я играл вот в игрушку в этом жанре, и не было ни одной сцены поиска. Очень крутая игра и очень сложная. Там такие замудренные были головоломки. Я надеюсь, с вашей помощью я эту игрушку смогу найти, мы ее пройдем. Рано или поздно, потому что сейчас я по вашим просьбам прохожу различные игрушки, а та вот тот проект заслуживал точно... внимание на моем канале, но я не помню, что это за игра, друзья, к сожалению, поэтому буду ждать момента, когда я ее найду. Я надеюсь, что это случится рано или поздно. Теперь надо что-то сделать тут.
вскрыть банку. Тут какая-то лента надо еще. Ага, ну, потому что зеркало необходимо найти и... И мишку. Эй, эй, я только 3 раза лишних кликов сделал. Вот же, блин, засранцы. Вот ленточка. Ух ты. Так, ну что, зеркало. Надо банку чем-то вскрыть. Стойте. Очистить, а здесь внутри банки что-то есть. Тут какая-то цепочка. Так вот это, наверное, открывашка для этого будет. Значит, надо просто почистить чем-то зеркало. Подойдет и губка, наверное. Чего-то нет. Как нет? Губка сухая, может быть. Надо смочить ее. Так вот. Ух, готово. Что тут еще интересного есть? Так, дверь номер 16. Форма яблока. Здесь ключ какой-то странный, и он не подходит. Эта штука не подходит. Ладно, можно пойти попробовать плитку использовать. С помощью стрелок переместите все плитки в соответствующие слоты. Плитка будет двигаться, пока не столкнется с препятствием. Угу. Так это просто, в принципе, поставить. Теперь надо с этим разобраться. А это, наверное, тоже несложно. Так, тут что-то еще есть? О, головные уборы. Так, у нас появился клей, маска для сна. Занятно. Как же отсюда выбраться? Так. На улице у нас все. Сцена поиска неактивна. Тут еще что-то. А. Ну да, вместо повязки можно маску для сна использовать. Логично. Так, средство для реставрации и нож. Все, тут мы все завершили на улице, если я не ошибаюсь. Тут ничего вроде бы нету такого. Ладно. Так, так, так. Звонок вряд ли. Статуэтка тоже маловероятно. Звоночек нет, карта нет. Все, двигаемся наверх. Тут еще надо определить, цена поиска один раз попадаться будет или нет. Значит, вот это средство будет. Я думал, картину порезать сейчас, там что-то найти.
А тут вот. Вот оно как. Вы нашли магнит, а здесь чего-то не хватает. Магнит. Так, это сюда. Ух ты, постоялец. Oh, you must be the reporter. I'm Caroline's husband, Sam. We inherited this place from my father and turned it into a hotel. I almost wish we hadn't. I've been getting sicker and sicker ever since. But right now I'm more worried about Caroline. I think she's in danger. Will you help her? It's the same woman from the portrait in the hall. But how is she connected to Sam? Соедините линии два квадрата одного цвета. Линии не должны пересекаться. Ну, самый, наверное, очевидный вариант это вот так. Верно? Второй, наверное, вариант это будет... Так, а чего ты... А чего он сбрасывается? Так. Части картины. Ну, мы это уже видели. Опять этот мужик. Кто это такой? Должно быть, странные вещи в этом доме происходили еще тогда, когда здесь жили родители Сэма. Наполню бокал. Смотря чем наполнишь, если водой, то может ничего не случится, а чем покрепче, то кто его знает. Так, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты не знаешь, с кем я имел дело, а тут рассказываешь какие-то байки. Ой, а призрак оказывается настроен серьезно. Мне стоит быть осторожнее. Демоногел тебя бы в порошок скатал бы, ну. Так что... Помолчи-ка лучше. Кстати, у нас 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вроде бы все правильно. Все морфинги коллекции найдены. О, друзья, вот это хорошая подсказка. Это меня очень радует. Так. Ой, какая сцена поиска захламленная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вы чего? Так нельзя делать. Тут уже, блин, глаз себе можно выколоть. Ладно, давайте по порядку. Может, что-то потихонечку разгребемся здесь. Но это сложно. Вот это бабочка или... Это что же бабочка? Нет, нет, не это. Так, одно нашли. Ура.
Так, тут что-то сделать. Фотография нужна, да? Попробуем найти. Где тут фотография? Фотография. Ничего не видно по фотографиям снизу. А ну там, наверное, что-то спрятано за фотографией будет. Пока пусто. Поставить печать на конверте. Тоже это учтем. Здесь, наверное, надо... Да, звезда. В общем, а вот печать... Ну, чего ты не ставишься? Так, чернила здесь. Отлично, письмо нашли. Кстати, дротик я только что видел где-то. Дротик и глобус. И глобус я видел. Глобус вот. Дротик, дротик, дротик. А дротика пока не вижу. Хорошо, дырокол есть. Ну, одна монета это не монета, значит, вот монеты. И ящерицу я, кстати, видел. Вот она. Колокольчик не припомню. Колокольчик какой? Они тоже разные есть. Значит, такой. Что внутри этой копилки? В общем, надо разбить. Вот дротик. Все, остались предметы, с которыми надо что-то где-то сделать. Ага. Фотография собирается таким образом. Значит, мы ищем звезду. Мы ищем... Лента не дает мне открыть папку. Где-то лезвие видел. Или ножницы подойдут. Так, ракушка и карта. Надо звезда и что-то я еще видел. Что-то я еще видел. Или нет, или не да. И... Копилка. Так, осталась только звезда. Звезда пленительного счастья. Пу-пу-пум, пу-пу-пум, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Да, вот что-то со звездой как-то плоховато. Вроде бы всю сцену уже несколько раз просмотрел, а звезды-то я нигде и не видел. Что самое прискорбное? Звезда. Ух, справились. Ну, заметьте, друзья, сколько уже было? 4, наверное, сцены поиска, и все они разнообразны. Это очень здорово на самом деле. У разработчика пока фантазии не отнять. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, ну вот, вино можно пойти рыцарю налить. Тут слишком высокая температура. Можно, в принципе, фигурку использовать, наверное, здесь. Этого старика я уже где-то видел, а должно быть, он тоже имеет отношение к тому, что происходит. Порох. Гирек нету. Только что одна гирька была. Ладно. Так, и что мне делать? Проведите пламя к фитилю. Когда вы двигаете пламя мимо шестерен, они поворачивают некоторые участки пути.
А сейчас? Так, четкий выстрел. Осталось тут что-то. И, по-моему, все. Да, только здесь. Все, эта локация завершена. Двигаем дальше. Hurry, Emma. We can get rid of the ghost if we open that door. Use my key. Что-то ты не договариваешь. Мне кажется, они, друзья, что-то не договаривают. Сколько ключей? No! You're making a big mistake. Don't open the door. Я согласен. Тут что-то есть. Эй, ты можешь перепугать всех постояльцев отеля, но только не меня. Он очень похож на отца Сэма. Возможно, я смогу напомнить ему, кто он такой. This is me. Did I have a family? I can't remember. Why can't I remember? This is all so strange. Are you all right, Amy? Carolyn, what are you doing? There we go. Now no one will disturb us. Your nightmare will fuel the last key. Sam will be cured very soon. I remember. My name is Jack Berkeley. I built this house, and the woman in this photo is my wife. But I don't remember what happened to us. Right now, we're in a nightmare. Gaul creates them for guests and uses their fear to fuel the keys to his dungeon. I can get you out of here if you help me remember more about my past. Очередной, друзья, демон получается у нас. У нас очередной демон. Стоп. Так. Повторный поиск предметов. Ну как так? Это ж насколько она его любит, что жертвует другими людьми, чтобы только его оживить. Ну, скорее всего, друзья, здесь концепция похожа на другие части. Заключила сделку с каким-то демоном, он пообещал его вылечить, если она его освободит. Ну, там, этого Гала так называемого. Ну, скорее всего, как обычно, друзья, мы с вами уже знаем это по предыдущим частям, по предыдущим сделкам с демонами. Это, скорее всего, все обман. И считать вот эту девушку главной виновницей всех бед тоже не совсем правильно. Просто заблуждается, как и большинство людей. То есть у него благие намерения, но, по сути дела, результат не очень благоприятный будет для всех, в том числе и для нее. I wish I could come with you, but there are some places I can't go in this place. But I left clues for the other guests.
You should be able to find them too. I'll wait for you downstairs. Вы знаете, мне нравится концепция, как здесь все реализовано. То есть два мира, всюду что-то пооставалось, и там же еще можно что-то поделать на старых локациях. И здесь еще остаются такие вот моменты. Так, карта доступа у меня есть. Верните на место все пропавшие элементы, чтобы узнать хронологию событий. Так, это пазл или что это уже? Как известно, время имеет значение. Давайте посмотрим, что произойдет, если я буду двигать стрелки часов. Весьма занятный пазл. Сделка. У львов исчезли морды. Тут парик. Да, сюда лучше не соваться, это очевидно. Так, а тут что? Значит, то, что на той стороне, ты туда идти не сильно жаждешь. И у меня есть один из львов. Ну, один лев это мало. Надо что-то еще. Так. Так. Песочные часы. Тут крыло. Да что ж такое? Может, здесь песочные часы? Нет, песочные часы. Я даже не понимаю, что здесь вставлять надо. Ох, это вот... А как так вставить этот домкрат, чтобы руки не оторвало? Отлично, с помощью лифта я могу попасть на другие этажи и встретиться с Джеком. Знаете, друзья, я предлагаю на сегодня остановиться. Ну что, игрушка действительно хороша, мрачная, как вот полагается. Естественно, хоррором сложно ее назвать, да и вообще, в принципе, в этом жанре очень сложно что-то найти такое, чтобы действительно пугало. Чаще всего игроки пугаются скримеров, но мода на них уже прошла, хотя вот когда выходила эта игра, вот только-только эта мода начиналась. Но здесь, в честь разработчиков, они этот такой дешевый прием, на самом деле, как я считаю, не используют. Но вообще, если говорить в целом, то пока что, что я вижу, все очень даже ничего выходит. И геймплейная составляющая интересная, то есть много локаций.
На каждой локации что-то можно до сих пор сделать, то есть вот мы сколько локаций завершили, там фактически все они еще активны, ну практически, там кроме там первой какой-то еще, по-моему, в настоящем мире. То есть даже опять идет разделение на, опять же, потому что мы только прошли Гиблые земли, вторую часть, и там тоже было разделение на настоящий мир и какой-то потусторонний. Вот. Но я не буду на Гиблых землях сейчас останавливаться, там это совсем другая история. И, конечно, сюжет здесь вроде как попроще выглядит, потому что в Гиблых землях там было все обалденно завернуто. Здесь же вроде все так поверхностно, мы с вами знаем, в принципе, чем все это закончится. То есть я уже сделал предположение, что, скорее всего, вот эта Кэролайн заключила соглашение с демоном, чтобы он вылечил ее мужа, он снова стал, наверное, ходить. Вот, и она из-за этого открывает некие замки, чтобы этот некий Гаал выбрался из темницы, как я понимаю. Вот, так что, друзья, вот такие дела. Посмотрим, что будет дальше. Но вот, повторюсь, в плане геймплея у меня вообще никаких претензий к игре нету. Головоломки интересные, в меру сложные. Сцены поиска все разнообразные абсолютно. Хорошо пририсованы локации, вообще и сами предметы. И вообще, в принципе, сама даже атмосфера очень-очень даже такая интересная и мрачноватая. То есть никаких таких здесь ярких сильно красок не присутствует. И вот такой антураж, даже какой-то викторианский стиль, вот глядя на этот замок, такого, знаете, что-то даже не совсем кажется, что это настоящее время. И догадаться, что время действия вот именно это примерно наши годы, плюс-минус, там, я не знаю, может 30-40 лет назад, можно догадаться только по каким-то приборам, там, фонарик, допустим, или что-то наподобие этого. Так что разработчики проделали хорошую работу, молодцы, посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы руки не опускали, и их запало, их вот именно инициатива хватило до самого финала. Ну и на сегодня все, большое вам спасибо за просмотр, играйте только в хорошие игры, всем пока-пока и до новых встреч.